Черноморец впервые провел гранд-финал по киберфутболу FIFA 19 в режиме Ultimate Team, где участники могли задействовать игроков, купленных за собственные средства. 8 сильнейших киберспортсменов страны были отобраны по итогам онлайн-этапа, в которых приняло участие около 500 человек. В битве за золото сошлись профессионалы, которые входят в мировую топ-сотню. Они вложили в составы по 5000 долларов. На поле финалистов выходили такие легенды, как Эйсебио, Рут Гуллит, Кларенс Зефорд и многие другие. Уступая в серии со счетом 0-2, днепрянин Александр Гришай совершил камбэк и победил киевлянина Алексея Мерсера со счетом 3-2.